В Дагестане с Днем семьи, который по традиции празднуется 15 мая, поздравили более 30 малообеспеченных семей. Они состоят на учете в Республиканском центре помощи семье и детям. На праздничном концерте выступили артисты хора русской песни «Волна», а также эстрадные певцы. Праздник прошел в Республиканском центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Работники центра подготовили интересные соревнования и эстафеты, в которых активное участие принимали не только дети, но и их родители.